Мы с вами находимся в пространстве выставки «Время вещей». Выставка большая, в ней участвуют около 70 молодых художников. Это практически все, кто учится у нас на первом и на втором, ну, соответственно, закончил второй курс. Каждая из этих работ, участвующих в выставке, это проект или попытка понять свойства, суть, характер, природу того времени, в котором мы находимся. Соответственно, роль предметов, вещей, того, что современные философы называют нечеловеческими агентностями, то есть животные, растения, любые системы, которые действуют как бы как субъекты, но при этом не являются людьми. И вот обо всем этом художники ведут речь на самых разных языках. Очень рады принимать участие в инициативе Винзавод Open, поскольку это всегда встреча, помимо того, что это интересные такие вот экспозиционные задачи и выставочное пространство, это еще всегда встреча с большим кругом, с очень широкой публикой, с большим количеством зрителей, как профессионалов, так и любителей. И все они смотрят выставки, значительное количество фидбэка интересного мы получаем после них. Поэтому вот для нас это такой, как мне кажется, наверное, и для других образовательных институций, это повод как бы собрать силы, сконцентрированно работать над неким проектом в течение там нескольких месяцев, что очень профессионально, мне кажется, вот такой хороший профессиональный подход, и затем показать его широкой публике и специалистам из арт-мира. В этом смысле вот опыт участия в такой инициативе, как Винзавод Open, он, я думаю, что уникален.